Басманный суд Москвы санкционировал арест основателя инвестиционного фонда «Баринг-Восток» Майкла Калви и нескольких его партнеров. Они стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. Калви обвиняют в махинациях при продаже Банку Восточной акций первого коллекторского бюро. По версии следствия, Калви похитил 2,5 миллиарда рублей. Сам он назвал обвинение в свой адрес ложью. «Баринг-Восток» называют одним из важнейших зарубежных инвесторов, которые работали в России в 90-х. Она стала одним из первых инвесторов Яндекса, владеет активами компании «Озон», «Гет» и «Новомед».